Казанский федеральный университет делает новый шаг в дистанционном образовании. В КФУ появилась система Джалинго – мультимедийное оборудование для записи и проведения онлайн-курсов и вебинаров. Система Джалинго позволяет существенно ускорить процесс создания массовых онлайн-курсов, либо она позволяет ввести новые возможности для проведения вебинаров. Онлайн-курсы нужны, и с каждым годом они будут нужны все больше. Во-первых, это позволяет ускорить обучение, а во-вторых, позволяет в любой точке страны создать узких специалистов. Оборудование установлено в Институте психологии и образования, Институте управления экономикой и финансов, в Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте фундаментальной медицины и биологии, Елабужском институте и медиа-центре Казанского федерального университета. Мы ставим перед собой задачу создания качественных онлайн-образовательных ресурсов, где студент на самом деле не просто просматривает фильм, не просто видит, что профессор читает лекцию, а студент интерактивно участвует в каждом из эпизодов образовательного процесса. 16 июля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации была проведена презентация системы и обучения. На тренинг пришло более 70 человек. До конца недели обучение пользования системой будет проходить в каждом из институтов с новым оборудованием. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.